Всем привет, ребята! Всем привет, с вами Лиса и Йорик. И это канал Wheel of Play, и у нас Tom Clancy's Wildlands. Продолжаем путешествие по этому миру. И нас ждет локация под названием Libertad. Уровень сложности 5 черепков. Впрочем, у нас только такие и остались. Лиса, ты что спряталась-то? Появись, явись людям. Я разглядываю карту, чтобы поставить метку. Вот она, метка на разведданных. Да, чтобы получить миссии, нужны разведданные. Новое задание. Операция Архангел. Подожди. Архангельск. Подожди. Какая-то не та у нас метка. Впрочем, поехали. По синей метке. Вот я по твоей метке еду. Наш мужик ест навигатору. Мы до сих пор не знаем, но если Денгоса сумел внедриться в картель, то он наверняка накопал... Мне кажется, такие миры создавать очень просто, потому что они такие пустые. Здесь кроме... Вот посмотри вдаль. Это горы с кучей деревьев и больше ничего нету. Ну вообще-то это красиво. Их можно нагенерировать миллионами. А что это за задание появилось? Операция Архангел. Это что такое? Я не знаю, у меня ее нету. Странно. Ну ладно, едем. Там какое-то сюжетное задание есть. Так у тебя активировано заберите посылку Боумана. Это Rainbow Six операция. Я вот хочу вот сюда вот. Так ты поменяй, убери задание. -то. Я не могу ничего сделать. Как я могу это убрать? Короче, по синей метке едем. Безумие тут творится. Что-то забаговалось. Да, мы едем по синей метке. По синей ветке. Надо бы хотя бы, да, одно разведданное забрать, чтобы появилась миссия. А то там... Ой, там что-то опасно впереди. Ребята, вы знали, да? Кто прочитал наш пост, вы, наверное, уже узнали, что игра Little Hope, ужастик, завоевала звание лучшей игры года. Представляете? А кто вообще это голосовал? Ты мог себе это представить? Это явно не игроки голосовали. Это независимое голосование. Не составляй. Почему мы не едем? Я боюсь высовываться. Мы не едем, потому что мы уже приехали. Твою мать. В дом заходи. О, мы вышли. Расследовать. Мы вышли туда, куда надо. Я фоткаю, все снимаю. Это говорит о том, что картель получает прекурсоры от компании Via Bgas. Видимо, они заключили сделку с директором завода, чтобы... Мне в ухо прилетело. Стой. Ну мы хотя бы взяли задание, да? Да, мы взяли какое-то задание. Надо как-то его применить. Вот оно сюжетное. Наконец-то. Тебя там, кажется, тоже подкосило, нет? Да, меня немножко застрелили также. У нас все такие задания происходят. Мы добираемся до них, их выполняем, а потом нас убивают. Главная задача — это побыстрее добежать. Это все, что нам нужно. Такс, и где это мы? Директор завода. Разыщите директора завода. Ну-ка, дай мне свой телефон. Как я тебе дал свой телефон? Дай мне свой телефон. Ты же работаешь на заводе. Я позвоню твоему директору и скажу, что мы его ищем. Нет, ты меня путаешь с кем-то. Ты не знаешь? Дай мне телефон мастера. Я позвоню твоему мастеру и спрошу у него телефон директора. Быстро! Не надо! Пожалуйста! Лиса, у меня проблема. Я хочу активировать твое задание, только... Где оно? Только сейчас, ты вот. Не можешь это сделать? Вот сверху оно. Все. Необходимые химикаты. Объясните парню, что работать на Санта-Бланку это плохо для бизнеса. Теперь ты меня понимаешь? Теперь ты понимаешь, про какого директора я говорю? Ты так, посмотри на мне этот нужна завод. Ваша машина. О, багажник. Надеюсь, бак полный. Ну давай. Будет сюрприз. Давай тебя прип... Слушай, а если я спалюсь, выйду из машины, а они тебя не заметят, что ты в багажнике находишься? Давай проверим. Я тебя просто вот так вот припаркую там.
И как будто пустая машина, да? Да, и как будто ничего нет. Так а сиси врагов нету. Хитрые паны лисы. Ты рискнула моей жизнью так-то, ты понимаешь, что даже врагов нету. А что мы ищем? Разрешите директора завода. Вывожу дрона. Ты хочешь дроном его обыскать? Я хочу хоть что-нибудь найти. Давай я начну сверху. Мне кажется, так мы ничего не найдем. Я пойду по лестницам наверх. Я не думаю, что он на первом этаже. Наверняка он где-то. Начни с первого этажа, закрыто. Я начну сверху. Закрыто там. То есть на первый этаж не попасть? Да никуда здесь не попасть. Так, возможно, с этой стороны вход. А я немножко подзастрял. Никита Ойченко подписался. У меня снова выскакивает уведомление, хотя это стрим в Дзене. Ну да ладно, это уведомление с Ютуба пришло нам. Когда уже такое добавят в Дзен? Вот в чем вопрос. Если что, стрима на Ютубе нет, да. Это не какой-нибудь там рестрим. То есть у тебя сейчас просто... вылезет в Дзене, что кто-то подписался на Ютуб? Да, да, там написано Никита Ойченко подписался на YouTube канал. Да, ребята, и вы не забывайте подписываться на YouTube канал. Заходите. У нас там сегодня вышел ролик про Resident Evil. И на YouTube не забывайте подписываться, и на Дзен. Ты как? Ты вообще где находишься? И на Дзен тоже не забывайте подписываться. Я хожу по этой локации и ищу директора. Ну... Я вижу кого-то. Ты директор? Нет, он шугается. Кто первый найдет директора, тот молодец. Вот если я найду вход на первый этаж. Слушай, а ты не думаешь, что он может быть вообще не где-то здесь? А на самом краю. В трубах. Да, где-то внизу. Так я-то внизу уже и гуляю. А ты здесь прочекал, да, все уже? Крышу, да, прочекал. Если там не нашелся никакой люк. Лучше ты посмотри на всякий случай. Люк, люк. Нет, здесь весьма пусто. Ты вокруг здания обошла, да? Да. Это очень любопытно, я тебе скажу. Куда его запихали? Блин, но почему, как только стоит нам начать стримить или записывать Тома, сразу все куда-то деваются? Мне немножко подозрительным кажется, что вообще здесь никого нет. Слушай, может он тут? Надо взорвать тут все. Взорви машины, мы его так найдем. Ты не... Ты директор? Нет, ты рабочий. Ты пройдись по краю круга. Все это очень подозрительно, я тебе скажу. Вижу, вот, вижу. Посмотрим, что он нам скажет. Где я хочу посмотреть, где он оказался. Между прочим, он гуляет. Просто свободно гуляет по территории завода. Он плешивый. У него проблема с волосами. Давай, допрошу его. Это что? Кинченая роту? Мы к вам на пару слов. Прекратите сотрудничать с картелем. Понятия не имею, о чем вы говорите. Заткнись. Мы знаем, что Санта-Бланка получает прекурсоры от вас. Это надо прекратить.
Провинция существует благодаря компании. Если Санта-Бланка не получит то, что хочет, мы не сможем работать, понимаете? Вот как? И вы поймите, не прекратите поставки картелю, мы сами остановим буровые. Отвалите, гринго! Этот парень упрямее, чем генерал МакАртур. Может, грохнуть его? Действовать жестко. Не будь такой жестокой. Выдвигаемся к нефтяной вышке. А как он с нами общается? Как он общается? Дрон в полете. Да погоди, давай боевую машину закажем. Ну что ты? У меня хорошая мастеровка, садись. О, как близко. Садись давай за пулемет. Нет, я хочу на этом грузовике. Ну ладно. Ой, девушки, они ездят на чем хотят. И как хотят, и с кем хотят. Бросила меня. Ты меня даже не догоняешь на своем корыте. Это буровая, уничтожим ее. Вот, а у меня есть пулемет для их уничтожения, а у тебя что? У меня есть пистолет, автомат. Так, сейчас бы еще знать, как сесть. Получай, за сволочь. Стрелка, вот. У меня на моем счету уже минус 3. Тут менты. Да-да-да, по мне стреляют. Я пока отдохну. Так, ладно, идем по-тактически. Выбираем дрон, выбираем медика. Назад. Так, запускаем. Ты сразу потом беги оттуда. Я не побегу отсюда, я буду воевать. Черт, утром будет больно. Ну давай, бесстрашная лиса, воюй. Минус голова. Ты все уничтожила? Я только одну. А ты, наверное, все остальные. Так, вот он, мент. Он почему-то... Смотрите, он стреляет спиной, идет. Прощай, мент! Я тебя затовлю! Садись. Опа, давай! Там подкрепление. Там уходим подкрепление. Отсюда. Ты, кстати, на тебя нарвались, а на меня нет. У нас немножко машина дымится. Это очень страшно. И колеса пробиты. Это еще страшнее. Мы можем не доехать. А куда мы едем? Найдите второе местонахождение буровых вышек. Так что это только начало. Так. Хорошо, у нас преследователи за нами едут. Ты отбивайся, если что-то. От них отрываться. Опа, менты снова. Ментяры. Ты нарываешься? Нет, я уничтожаю их. Будь готова выпрыгивать, если что. Ты кого-то сбил. Ничего не знаю, тебе показалось. Я слышала явный удар о борт. Я слышу, как ты стреляешь из пулемета. Я не стреляю. Мы запишем там, это так, что как будто бы ты стреляла. Займись ими, пожалуйста. Но они далеко. Сколько нам ехать? Полтора Один километра. С половиной километра. Цель 5. Так, мы вроде оторвались, смотри-ка. Да, преследования больше нет. Так что ты не стреляй пока будет, на всякий случай. А я не могу пересесть? Ты хочешь занять мое место? Нет, мне просто интересно, а могу ли я занять место пассажира? Обычного пассажира. Ты хочешь спрятаться, да? Да. Нет, привлекай свое внимание. Ого, сколько там буровых вышек. Ты стреляй по ним из пулемета. Да надо не по ним стрелять. Там есть сбоку такие маленькие генераторы, что ли, или я не знаю. Вот по ним нужно. Вот-вот, видишь они? Да-да-да-да. Сразу на следующую. Да не, не, вот, стреляй по... По целям стреляй. Нам надо, главное, быстро свалить отсюда. Езжай, езжай, езжай. Поговорите с директором. Выходи, 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 мы не едем. Мы не можем ехать, выходи. Пересаживаемся. Да что такое-то?
Там люди. Что такое-то? У нас высокая сложность, ты не забывай. Мы играем. Или нет? Или да? У нас средняя сложность. Все равно как-то непросто. Ладно, мы будем чувствовать, что это будет очень сложная сложность. Но они дамажат жестко, ты же видишь. Главное, чтобы сейчас не с самого начала миссии было. Но вообще, ну вот видишь, на машине это хорошо. Главное просто... Черт. Главное просто... Вот на этом бронированном внедорожнике... Уничтожать как можно быстрее эти пулеметы и все. Эти... Давай садись за пулемет. А че я-то? Ты погоди, нам еще человека искать надо. Я поведу. А, все заново. А мы танк-то не можем заказать, да? У нас в арсенале нет танка. А чё это он? Ты что? Здесь такой. Ты к кому пристаешь? Это он! Да, ну да, хоть да, его да. Сразу указывают теперь. Пошли вон, Гринго. Я уже все сказал. Мой ответ нет. Ситуация изменилась. Санта-Бланка обещала охранять ваши буровые. Они облажались. Все свободны. Если я прекращу поставки, мне конец. А если вы и дальше будете завозить прекурсоры для картеля, я взорву оставшиеся буровые к чертям. Выбор за вами. Что это за выбор, вашу мать? Вы не лучше, чем этот картель, понятно? Дело не во мне. Это вы должны поступить правильно. Правильно? Не смешите меня. Похоже, выбора у меня все-таки нет, так? Но если картель подошлет ко мне убийц, это будет на вашей совести. Я это переживу. Такс. А! Все, вы выполнили задание? А, это мы сдали. Мы сдали задание, даже не поняли, что, куда мы едем. Ясно. Это как-то было слишком непонятно и просто. Погнали за новыми разведданными. Мы просили повстанцев. Да-да-да. Только я теперь на своей машине. Ты ударился, меня стекло разбилось у тебя. Я более бронированный. Сволочь! Ты меня раздавишь. А ты более маленький. Дай, пожалуйста, я тоже активирую задание. А-а-а! Ты что? Как я теперь поеду? До свидания, Йорик. О. Нифига себе ты перевернулся. Йорика так просто не одолеешь. Я как терминатор. Ну я же быстрее, да? Ой, кого-то я догоняю. Ага, вот, я мститель. Ты проскочил посередине между этими двумя штуками. Ну, я же ловкий, Йорик. Ты, у тебя машина габаритная. Подгоняй меня, быстрее доберемся. Блин, как ты эту машину заносит вообще? Мы будем дерзко въезжать? Или аккуратно? Там менты. Давай ты аккуратно, я дерзко. Если что, ты меня спасешь. Задавил одного. Так, я пока живой. Я лежу. Жесть! На меня минометы, на меня все. И стрелки повсюду, со всех сторон. Это жесть. Нам даже не выбрать. Надо играть аккуратнее, потому что это территория ментов. Вот я и говорил, надо одному ходить плавно, а другому дерзко. Так я плавно просто... Меня спалили. Меня плавно спалили, понимаешь?
Зато мы близко. Итак, первым делом, что мы делаем? Берем снайперку, снимаем снайпера. У меня тоже есть снайперка. И второго снайпера. Опа, промахнулись. Ты тоже промахиваешься? А я, у меня это в перила попадает. Двух сняли. Сейчас сделаем обнаружение, чтобы нам полегче было. А чё это они выбежали? Охренеть, какие они сильные стали. Воскрешай меня своим дроном. На меня еще минометы заказали. Они сагрились на наших повстанцев, и их просто разорвало на части. Я не видел никаких повстанцев. Ну, они были. Ну, ты можешь посмотреть. Машина едет. В стриме. Машина едет. А, тебя не заметят, да? Нет, они заметят меня. Да куда ты? Кажется, эта невидимка не особо-то спасает нас. Да вообще, как ты спалился, я не понимаю. Я не знаю, они выбежали и сразу по мне стали пылять. Вот они меня также убили в первый раз. Он тоже выбежал и стал стрелять. Я думаю, там нельзя стоять. Надо действовать более скрытно. Давай, дубль 3. Да просто мы со снайперами облажались. Хорошо. Почему? Да потому что мы же долго стреляли по одному. Ну давай. Еще раз. Снайпер справа. Убит. Я не вижу левого. Снайпер слева. Мы можем подняться. А если пробить этот щиток? Я могу через щелочку попробовать. Ходит, что ли? Да подожди. Все. Через щелочку его. А давай. Теперь пойдем искать какую-нибудь дырочку в стене. Наверняка они там есть. Ой. Ты знаешь, не хватает подкатов здесь, чтобы можно было подкатить, подъехать. Ну что там с дырочками? Нет дырочек. Можно вот так вот привстать и посмотреть. Сделай туда обнаружение. А, напомни, так. На какую кнопку? Разведка нашла тут киллер. Вижу вторую цель. Цель номер 3. Снайпер на вышке. Враг готов. Их не так и много. Как это их тут полно? Эй, убийство замечено. Цель 3. Главное, чтобы они не заказали подкрепление. Наша главная задача, нам просто нужно активировать эту папку с файлами. Они к тебе пошли. Закрывай мой тыл. Они к тебе идут. Откуда они меня знают? Откуда они видели, что я тут? Цель уничтожена. А почему ты же обнаружение сделала? Почему где все? Давай, иди. Они все сагрились на меня, кажется. О, ничего себе их тут. Тут глушилка. Сигнал дрона заглушен. Отдыхай пока. Хорошо. У них такие шлемы прикольные. Из PUBG. Похоже на координаты склада прекурсоров здесь. Либертад. Нам нужно токсичные активы. Так, это где у нас? О, здесь только вертолет боевой. Чувак, привет. Ну как? Все хорошо? Ты лежи пока. Да, я буду лежать еще 5 секунд.
Я могу захватить здесь боевой вертолет. Поручили повстанцам разведать местность. Вот данные о расположении врага. Меня еще не обнаружили. А ты появилась в миссии? Да, я поеду. Эй, авария! Ну-ка, вызывай гаишник. Все, немножко промахнулся, и меня сразу вырубили. До свидания, товарищ Йорик. Приди и спаси меня. Нет. Нет. Мы понаблюдаем за тобой через GPS. Маска Красная Фурия получил. Кстати, нам дали очки, и мы можем открыть ящик, скорее всего. Да, 650 стало. Хоть бы какой-нибудь транспорт выпал классный. Так, у них здесь тоже глушилка. Нет, выпал какой-то... Татуировка выпали, доллары. Нам лучше дать реальные доллары, а не татуировки. Телепортируюсь к тебе. Отыщите склады прекурсоров. Ну как их там ищешь? Да, потихоньку. Там враги или как? Ну да, они уже вызвали подкрепление. Мы сообщим повстанцам. Вот нельзя тебя одну отпускать на миссии. Ну все в порядке. Тут цель номер два. Ну тут хотя бы не миссия. А почему? А как они знают? Откуда они знают, что я тут нахожусь, интересно? Тебя спалили? Они прям четко приезжают и начинают. Ничего, нифига. Запрашиваю отвлекающий огонь. Ясно. Там тоже, кстати, глушилка, то есть ты меня поднять не можешь. Давай проверим. Блин. Этого еще не что хватало. Там за бомбардировка такая? Это я заказал. Убил кого-нибудь? Они вроде разбежались все. Ну, машину только. Я ведь не выживу, да? Не смог? Они такие жесткие, прям через чур. Даже вот когда они начинают стрелять, то ты все, ты мертв, они не дают даже хп восстановить, куда-нибудь спрятаться. Да, да. Это вот Лиса и Йорик играют на такой суровой сложности. Да, но ведь осталось немного, 5 червяков, пару локаций, и мы почти прошли. Все, погнали, теперь мы вдвоем. А где же маленькие Лиса Йорики, чтобы нас было больше? Сейчас я их закажу. Лиса Йориков?
Ну, типа того. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Там стрельба какая-то идет. Вот по тебе уже поиск. Или что это? Нет, там война фракций. Там кто-то с кем-то перестреливается. Ну и ладно, мы посмотрим. Вышка, вышка, снайпер. Это резко. Я истекаю. Он не умер. Давай хп восстановим, подожди. Давай издалека по ним стрелять здесь. А застроиться нельзя. Лиса фортнайтерша. Ой, какое небо красивое. Стреляют. Где там? Что-то темнеет, кажется. Угу. Угу. Опять ночь наступает. Мы поручили повстанцам провести разведку. У Боуман есть техника. Зачем мы просим ее у повстанцев? Блин! Они нет. Все спрячены. Они все спрятаны. Ну и транспорт я заказала. Ну, за ним можно спрятаться. Давай. К этим преградам. Смотри. Минус. Ты что делаешь? Не рискуй с собой, лиса. Мы все тебя запомним. Все, они побежали. Перезаряжаюсь. Это я их приманиваю. Минус. Блин, опять спрятались некоторые. Минус. Попало, но не минус. 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 Подкрепление. Наши лисоёрики прибыли. О. Они прям не опоздали даже. Только они немножко не русские. Он там уже... Он там засел. Улёгся, лишь бы ты его не достала. Осколочная, получай. А можно без мата? Как я? Осколочная. Кто матюгается? Твоя женщина. А она у меня не матюгается. Я ей не даю. Подожди. Там рабочий застрял. Сволочь. Прячься. Давай слева обойдем. Самолет горит. Сзади, сзади уже прибыли. Подкрепление надо. Наемники заблокированы. Ой, что-то взорвалось. Стреляют. Опа, сквозь стенки убил. Черт побери. Давай в дом сразу, в ангар. Следующий. Там снайпер, там снайпер. Осколочная. Получайте, пидоры. Граната, берегись. Уничтожение склада прекурсоров сильно снизит производство кокаина в провинции. Отлично, осталось три задания. Ты что делаешь? Там еще не все уничтожено. Как будем уходить? Лежа. Там еще один, еще один. Пулеметчик справа. Ты воскресила меня, чтобы он меня еще раз убил? Возможно. А возможно, чтобы ты воскресил меня? Что, не пробивается? Осколочная. Такс, дрон. Запускаю дрон. А что тут, глушилка уже не работает?
не работает. Ну это что такое было-то? По лицу? Меня по лицу вырубили. Сука, мать твою! Ну-ка, вылезай. Повстанцы передадут. Там сзади, сзади есть. Так стрелять сквозь стенку. У тебя пули непробивные, что ли? А, еще бегут. Да, у тебя пули, видимо, не такие убойные. Нормально у меня все. Осколочная, получай. Нам надо уходить. Сколько там тачек? Бери самую симпатёвую. Я поведу. Ты со мной или как? Я тачку ищу посимпатичнее. Мы сможем доехать до файла серийного убийцы тут рядом? А, ставь метку, поехали. Вот поставил уже. Задний ход. Я не справился с тележкой. Она оказалась сильнее меня. Там будет один враг, дави его. Он на крыше, снайпер. Ты что делаешь? Немножко странный забор. Тут что-то взорвалось. А все, вырубил его. Клёво. Прикинь, я не знал, что у меня такая пробивная сила. Пробивная. А кто зеленку не берет? А нам она нужна? Ну, если тебе навыки не нужно прокачивать. Когда не почитаешь? Так, а что почитать надо? Да все, ты уже... А, там нечего читать. А, так я файлик не взяла. А для чего ты сюда подбежала? Там документы были. На диаграмме показана схема переработки листьев коки в кокаин. Внимание, ребята, изучайте внимательно, как перерабатывать листья коки в кокаин. Раскрывающая роль химических прекурсоров. Скорее всего, она составлена студентом Института химии в Либертад, финансируемого Санта-Банкой. Ну и что мы видим? Этап 1. Этап 2. Кокаин. Добавить керосин, изолировать керосин, сульфюрик, асид, да. Потом отфильтровать и помыть. И будет кокаиновая паста. А потом с ней что-то тоже сделать, и получится кокс. Ну, я думаю, в жизни это не так работает. Потому что нельзя делать игры реалистичными. Иначе будет бобо. Тут, кстати, еще одно задание сюжетное дополнительное. Это, видимо, задание из... Как его? Rainbow Six. Rainbow Six. Сиега? Как это называется-то? Да, осада. Осада. Ну, мы его вот как раз выполним вот эти. Можем попробовать и осаду. Да ёлки-палки! С тобой правильно говорят, что и летать бесполезно, и... ездить тоже. А если бы я тебе подарил что, не нравится? Эту машину? Ну ты же мне ее не подарил. Да, мы едем. Ты мне говори, я не вижу метки. Я метку поставил. Б. Ну, 956. Сейчас я сама метров. Себе поставлю все. Ты даже промахнулась по метке, ёлки-палки. Ты хотя бы фонари включи от фар. Свет от фары, они у тебя... Не работают, что ли? Во. Работают. А то ничего немножко не видно. Но это временно. Они работают только временно. Ты, главное, едь по дороге, и мы доедем. Лучше тише ехать, но дальше быть. У нас тут что, одна радиостанция? Это тебе не Fortnite.
Ой, там хотя бы врагов нет. Или почему есть? Они там есть, их много. Погоди, точно? Я ничего не вижу на карте. Ну, значит, ты немножко слеповат. Минус тапер направо. Мы можем зайти на эту вышку? Да, теперь нужно действовать с точным видением. Вижу цель номер два. Я хочу подняться на вышку и сделать обнаружение, а то тут... Господи. Дрон оглушит. Ничего не вижу и не слышу. Вижу третью цель. Мы поручили повстанцам разведать местность. Еще один, это пятый. О, их тут немного так-то. Мы можем справиться со всеми по-тихому. Черт, антроп. Кто так вообще разговаривает? А где ты зашел? Справа, там вообще-то свободный вход. Ой, он один остался. Или мы просто не всех сканировали? Тут и файлик царя-убийцы тоже есть. А вот и глушилка. Я хотела ее выключить. Потому что я открыла дверь. Ты открыла дверь, а я выключаю. Ну и где справедливость? В следующий раз я открою дверь, а ты... Это файл данных с картой и маршрутом грузохимикатов. Он поможет нам выследить и уничтожить колонну. Тут еще знак вопроса активируй. И файл царя-убийцы рядом. Готов. Так знак вопроса сам активируй, там ничего такого нет. Ты убила того, что да? Так темно-то, да, да. Ночное видение можешь включить. На N. Я лучше с ним бегаю. Документ. Читай. Это запись. Видел твою старую приятельницу, ну то есть доктора Свят. В Акора, по нашим данным, направляется конвой с химикалиями. Обеспечьте, чтобы он не попал в пункт назначения. Давай. Активируй задание тоже. Мы можем взять тут БТР. Там еще этот возьми. Оружейную деталь. Выбирай, какую БТР ты хочешь взять. Смотрите, оружейный ящик. Вот тут оружейный ящик. Круто. Это мне пригодится. Ты что сделала? Ты уничтожила один БТР? Я пометила тот, который я не хочу брать. Так, я сажусь. Ну, почему-то за пушку я сел, ну ладно. Да ты попасть даже не можешь по выходу, ёлки-палки. Мы будем по ним стрелять? Хватило одного снаряда. Что-то управление немножко странное, все равно машина. Это леса у нас странная, не управление, а странное. И безжалостное. Давит мирных граждан. Ладно, сдадим потом обратно БТР и попросим денег. Пожалуемся на плохое управление. Ты умеешь тормозить? Прикинь, есть такой функционал. Они впереди! Уничтожай! Вижу грузовик картеля с грузом прекурсоров. Давайте сожжем его. Вот и все. Этой машине конец. Изичная. Езжай назад. Назад езжай. Почему назад-то? Там вон тут файлик. Ну ладно. Потом назад, потому что там это были разведанные. Стой. Да и... Ладно, они уезжают. Горим.
Почему меня это пугает, когда ты говоришь «говори»? А ты как умер? Он же меня и убил. Это какой-то... Он... Шкера. Он Шкера. Притаился там? Мы его даже не видели. А он был. Тебя пугает, когда я говорю «горим»? Да. Это почему? Значит, что что-то не так. Мы действительно горим. Давай посмотрим, где мы находимся. И где мы были. Где тот файлик? А чё мы так далеко оказались от того места? Куда направимся? На этот файлик, разве данные? Давай. И машину посерьезнее сразу выберем. Попросили повстанцев откинуть тачку. Вот тебе и машина посерьезнее. Вот тебе и отомстили сразу за эту машину. Но я там успела схватить кого-то. Лимеры. Ламеры. Кто такие ламеры? Это те, кто не умеет играть. Это где? Это просто сложность высокая. В Дзене? Да. А у меня нету такого сообщения. Мы попросили Пака прислать транспорт. Ты не обновляешь страницу. Возможно. Нет времени объяснять. Выходи. Вот дураки, играть не умеют. Если бы он пошел играть, он бы там дал им всем по жопе. Да, вот знаешь, я бы посмотрел, как он поиграл. Они такие, знаешь, на словах, как говорится, умеют. А на деле... Только попкорн жевать за диваном. На диване сидеть, попкорн жевать. Будем файлик брать. Похоже на жилище Денгоса. Поищем-ка вход. Он сидел тут, а ты его испугала. Что там? Ну что поделать. Там выдержка из аудита компании ViaBGas, проведенного независимой фирмой. Документ свидетельствует о больших количествах химикатов, пропавших со склада. Санта-Бланка может использовать такие химикаты для переработки коки в пасту, а затем в кокаин. А почему у меня аудиофайл исчез? Мы его что, не взяли? Обидно. Ну фиг с ним. Куда? Куда мы идем? Нашел информацию. Так вот, я же указал. Садись за пулемет. Я не доверю тебе руль. Баранку крутить. Поехали. Давай, давай, вези меня. Знаешь, я сегодня узнал новое слово. Ламеры. Ну, оно недалеко ушло от других выражений. А вот будешь играть в Dark Souls, и тебе тоже будут говорить, что ты ламер. Когда я играл в Dark Souls, мне такого не говорили. Значит, я неплохо играл. Ты потому что в Ютубе играл на 5 человек. Не, там прилично так-то сидела когда-то. Ну я утрирую, но все равно примерно так это и есть. Тебе не кажется, люди... что взять задание стало сложнее, чем выполнять его? Не люди такие пошли. Ладно, там хотя бы не менты. Вертолет взлетел. Сбивай его, надо было с пулемета сбить. Снайпер слева.
Минус вертолет. Ты куда? Снайпер. Справа снайпер, убей. На вышке. На вышке. На вышке. Пасти не попал. Не могу даже с такой да стрессучки. Вот он. Вези мой труп. Вези мой труп отсюда. Так просто бы уезжала. Черт, почти. Мать твою. Да я профессионально тебя поднимаю. Опа. Миномет. Давай вертолет уничтожай. Миномет. Минус снайпер. Не знаешь, снайпера как наводчик. Где там у этой штуки вырубить? Сирену. Ой-ой-ой, больно, больно. У тебя дрон готов? Он всегда наготове. Спасибо. Это новогодний салют. Жесть какая-то. Слева. А, блин, они же тоже простреливают стены. Ну, ты же в курсе, да? У тебя тоже дрон есть? Дрон в воздухе. Черт, утром будет больно. Вставай, терминаторша. Мы вызвали подкрепление повстанцев. Вызову повстанцев, чтобы отвлечь врага. А чтоб тебя! Где он тут? Я его не вижу. Темно. Вот он. Ты как меня подняла? Так дроном вот так же. Я даже не видел этого. Там зеленого, еще один. Зеленого эффекта. Он просто у тебя уже не прорисовывает от таких частых черт поднятий. Побери. Теперь ты отступай. Почему наши повстанцы ни хрена не умеют? Одним врагом меньше. Где хрен, который нас тут убивает? Где он там? Не вижу. А, он, наверное, из миномета стреляет. Тоже туда миномет закажем. Только не попадем. Фигался. Это наш. Это наш, но мы не попадаем. Тут аж пробка образовалась. Там уже нет никого. Один мы есть. Мы всех перебили. Граната, берегись. Тревога, что будем делать? Повстанцы нуждаются в припасах, а в этой вертушке они есть. Угоним ее и отправим правильным курсом. Ни черта не вижу. Потихонечку, аккуратненько. Давай либо ты первый, либо я первый, на всякий случай. Тут цареубийца. Да ладно тебе, Хорхе, не упирайся. Мой отец ведет с тобой дела уже... А сзади... Сколько там? Лет 15? Кто-то есть тоже. 20. Тогда ваш отец не очки навыка. Впервые инвестировал в ВИА-БГАЗ. Сигнализацию отключили. 20 лет! А теперь я слышу, что ты не можешь выбраться в Агуа-Верда на несколько дней? Почему? Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Картель, гулянки, девочки, кокаин. Есть. Мы узнали, где дом босса картеля. Пришло время нанести ему визит. Есть данные по сетевой станции картеля. Выключим ее. Ты знаешь, дом босса картеля оказывается совсем рядом. Но как-то мы не помещаемся в эту дверь.
Да-да-да, ты слишком много кушаешь. Может быть, ты? А почему мы решили тут выходить? У нас там ворота должны быть открыты, нет? Ну, здесь дорога. Почему Садись, Хаммер. Народ, пристегнись. Я там синий фалик не забрала, ну ладно, потом. Я тебе говорил про него вообще-то. Садись давай, новая тачка. Все равно здесь достижений нету. А что не за пулемет? Найдите дом босса. Да здесь пулеметы бесполезны, ты же видел, снимают очень быстро. Вылезаем. Мы не на ту дорогу выехали. Да не шуми ты, опять здесь снайперские позиции. А враги? Да. Фонтан. Спасибо, ты меня подняла. И кто-то нас спалил. Поручили повстанцам разведать местность. Бей снайпера. Я его не особо ты вижу. Да, он там за стеной. Как по мне стреляют? Кто меня спалил? Минус лицо. Осколочек. Минус снайпер. Кстати, не забывай, что мы можем тактически действовать. Взять, допустим, да, дрон, взрывчатка. И ну давай, у тебя там как раз двое. Летит и взрывает их. Ну привет, ребят. А! Ясно. Тактика тоже так себе кажется. Где вы шлялись? Здесь враг оказался рядом. Ну вылезай! Чё ты там спрятался-то? Осколочная. Минус. Да он пошел. Тут есть синяя в этом доме. Да, я туда иду, наверное. Медаль за отвагу. И под нами кто-то есть. Такс. Ага, соседнем. А, на вышке. Повстанцы отвлекли внимание. Минус вышка. Надо обнаружение сделать. Минус окно. А, еще не готово обнаружение. А, внизу есть. Хороший домик. Высокий такой. Снайпер еще один. А-а-а! Ухожу. Рук сузился. Поднимается. Ты уже сделал обнаружение, да? Да-да-да. Меня убили, что? Там подкрепление идет. Ты что ждешь?
Так там внизу чувак... А, его убили. Похоже на дом босса. Посмотрим его. Черт, почти! Блин, бесит, что с окна не спрыгнуть. Отсюда тоже? Отсюда можно. Нам босса надо убивать или как? Интересно. Нам нужно обыскать пока дом босса, никого не убивать. Просто обыскать. Вывожу дрона. А ты что, дроном лечить кого-то собралась? Нет, я обнаруживаю их. Хорошо, сейчас я запущу своего дрона. И взорву кого-то. Ну там один. Такс. Внутри. Слева. Поднимается. Я его через окошко бью. Он почему-то в другую сторону окна смотрит. Я его попробую через окошко убить. Получилось. Ого, какая здесь постель. Какая комната. Забронируем. Что, будешь взламывать или кто? Так, ты давай. Теперь мы знаем, где институт химии, которым заправляет картель. Похоже, босс сам учит студентов. Заглянем туда. Черт. О, да. О, нет. Только не ты за баранку. Давайте посмотрим на машину, пока она целая. Красивая. Надо бы скриншот быстрее сделать как-нибудь. Честно, наверное, мне бы лучше перелезть на другую машину. Почему? Потому что ты это угробишь. Да я аккуратно вожу. Абсолютно, максимально аккуратно. Ты просто не знаешь, насколько аккуратно я играю. Это уже как в Need for Speed. Её уже ведь так всё колбасит. Посмотрим, нам еще 2 километра ехать. А дрифтовать можно, интересно? Тут есть что-то. А, нет, там враги. Ладно, идем. Едем. Пробуй дрифтануть. Это же такси, люкс. С ветерком. Да ладно, мы проехали пару километров, еще ты еще не угробил машину. Ну почему-то стекло сзади справа разбито. Офигеть, ты финтуешь. Видишь, она целёхонькая. Так, паркуемся. Давай еще аккуратно припаркуемся, и тогда экзамен будет сдать, и я тебе вручу твои права. Ты доказала свою мощь. Давай, вот аккуратно припарковываемся, да, заезжаем. Ну. Ну, сойдет. Отлично. Ну что, ребята, какие права ей дадим? Сразу на все категории? Ладно, мы потом еще проверим тебя на мотоциклы и на вертолеты. На грузовой. И на грузовых тоже, да. Эй, ребятки, кто здесь? Вижу цель миссии. Это наверняка местный босс. Берем его. Ну-ка. Не бейте меня. Смотри. Я кого-то нашла. Это же... какой-то умный человек. Весь татуировка. Господи, не убивайте. Не надо. Я ничего не знаю, клянусь. Я всего лишь помощник. Чей помощник? Маркуса Йенсена. Он босс, не я. Он всем заправляет. Где его искать? Он ты что-то поджег? На ведьминский рынок, но я не знаю, когда. Я думал, эта штука взорвется. Влад, повезло. А, красиво, да, выглядело? Да. А так? Тоже эффектно. Привет.
это я. Мне нужно показать тебе кое-что. Нет, не по телефону. Да, это важно. Ладно. Он назначил встречу на рынке. Чтоб не пришло в голову перезвонить ему. Ты шлепнула его. Это легкая пощечина. Босс картеля Либертад, американец по имени Маркус Йенсен. Ясно, я проверю это имя. Поторопись, мы уже идем за ним. Осталось последнее задание. И нам нужно наверх, чтобы забрать. Да, только что-то. Ты не там прошла. Намат, да, где я надо. Отправила тебе видео. Ну у попробуй, вот там. Вот да. Видео доступно. Смотрим. Маркус Йенсен специализировался по химии из-за карьерных преимуществ. Полный соцпакет, пенсионный план, все такое. И легко найти работу. Гринго завербовала Маркуса еще во времена учебы. Этот тихий парень думал, что будет работать в транснациональной фармацевтической корпорации Санта-Бланка, что, в общем-то, недалеко от истины. Но он не знал, что тут делают. А когда узнал, решил, что ему без разницы. За месяц он получает больше, чем его друзья за 5 лет. А самое главное — тёлки. Очень много тёлок. И еще впервые в жизни он почувствовал, что его уважают. Гринго определила Маркуса в Институт химии в провинции Либертад. 3 года он обучал членов картеля производству чистого кокаина. Правда, большинство этих дебилов не осилило даже программу 2-го курса, но им очень понравилась эта специальность. А сам Маркус рассуждал так. Ну, кто-то же делает кокаин и делает на этом деньги. Почему же не я? Все верно, Маркус. Но это ненадолго. Супер. Маркус. Маркус, бери давай. Кого? Не телефон уж явно. Так, осталось последнее задание. Местный босс идентифицирован как гражданин США Маркус Йенсен. Отправляйтесь на ведьминский рынок. Звучит интересно. Смотри. Смотри. Мы успеем парашют открыть? Ты смотришь? Да. Открывай парашют! Нет, слишком низко. Ты что, сразу откиснула? Да, насмерть. Спасибо. Просто. Ну как ты думаешь? Тут мокрого места не останется. Даже ребята, не повторяйте таких фокусов. Парашют с такой высоты не открывается. Все будут знать. Спасибо, что ты это нас в этом убедила. Ты там мою машинку забери. А почему я не сразу умер? Я вообще-то... Я спустился на 2 этажа ниже, хотел спрыгнуть. Ну вот поэтому ты и не сразу умер. Это возьми дрона и прилети со мной. Ты дроном до сюда до меня долетел. 3000 км? Да, он так и прилетит, ладно. А чё так далеко-то? Ладно, подойди ближе к заданию, я воскрешусь сейчас рядом с тобой. Да я и так в 700 метрах от задания почему-то. А почему задание 4 из 6? То есть вот это вот задание тоже считается от Rainbow Six Siege? Осада. Видимо, да. Такая стрёмная машинка. Источник шума. Неактивность. Уменьшает время неактивности дрона после использования его загрузки. Что это значит? Неважно, это тебе не поможет. Чтобы... То есть это мы используем способность, и он быстрее восстанавливается, разве не так? О, значит, надо это прокачать. А, ты еще лежишь. Да. Так, пока прокачаю тир.
Вот, ты можешь еще прокачать зону меток, потому что это усиливает способность дрона обнаруживать цели. А ты любишь дроном обнаруживать. У тебя 44К нефти? С ума сойти. Ну, возможно, уже 37К. А что у вас тут происходит? Вы что здесь сделали? Это не я. Сейчас еще на меня все свалят. Рули, женщина, ты вообще-то знаешь, что в пробку создала? Даже на встречной полосе машины остановились. Ну, конечно, пока тебя ждешь, барышню. Где моя машина? А, ты не смог ее добыть. Я хотел, чтобы я пригнал ее обратно, да? Блин, да. Мне даже как-то обидно стало. Ты ее так бережно крутил. Тут местные покупают амулеты и приворотные зелья. А еще наводят порчу на врагов. Медный всадник! Смотреть в оба. По нашим сведениям, Йенсен где-то здесь. Что такому типу, как Йенсен, может понадобиться в этом месте? Темные дели. Ты можешь прочитать про него, про медного всадника. Симон Боливар. Крупнейший деятель эпохи войн за независимость от испанской короны в Латинской Америке. Рожденный в состоятельной семье, увлекся идеями просвещения и французской революции. Военный по образованию сражался с испанскими войсками в течение 2 с лишним десятилетий, освободив территории, известные ныне как Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу и Боливия. Последняя из которых была названа его именем. Умер в 1830 году, не сумев обеспечить политическое единство континента. Тебе 5 с плюсом за технику чтения. 5. С вот. Плюсом из 10. Ладно, 6. За защите Маркуса Йенсена. Где искать будем? Вижу Йенсена. Берем живым. Я нашла. Он темнокожий. Тебе не кажется, что... Погоди, тут слишком все просто. Надо взять машину, подъехать сюда. Заказаем, ну, давай. Закажем машину какую-нибудь, бронированные баки. Прислать транспорт. Если что, сразу тащи его в тачку. Его наверняка либо надо будет защищать, или отвозить куда-то. Что тут спрашивать? Позволите мне? О! Ты зачем его напугала? Сейчас, подожди секунду, надо кое-что сделать. Черт, ой, 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 ой. Он уходит. Ну, давай, давай, догоняй его там. Да, да, да. Мы пока в догонялки поиграем. Отойдите, я ученый. Отлично. Руки. Покажи руки, быстро. Проклятые фашисты, не имейте права, я американский гражданин. Он уходит под землю. Руки на затылок, не заставляй меня повторять. Да ну, или что? Лиса, у нас проблемы. Клин клином вышибают. Мы я снова тут. Одна пушка хорошо. Хорошо, а ну-ка, стойка, стойка. Смотри, что я в ней. У тебя рука входит куда-то в тело. Опа, опа, посмотри еще. Какие финты ты не умеешь? Все, что ли? Я так на кухне делаю с кухонным ножом постоянно. А я умею вот так. Стоять? Бездвижно? Ну нет, подожди. Во. Отряхнуть пыль с плеч? Да.
Нас за это убили. Это ты какие-то неприличные жесты показываешь. Они запрещены в этой стране, ты понимаешь? Нас просто расстреляли. Это как будто бы казнь произошла сейчас. За что? Все, теперь мы посмотрим, что с ним надо сделать. Там на нас напали жестко, поэтому я не смог тебя защитить. Да не страшно, подумаешь. Ты уже привыкла, да? Я знала, что ты без меня не справишься, в общем-то, да. Мы попросили Пака прислать транспорт. Мы забираем машину. Вопрос национальной безопасности. Держитесь, я поведу. Там говорят, я воспитаю уважение к почимаме. Это, наверное, от почимари. Произошла почимама. Похоже. Заходим на ведьминский рынок. Смотреть в оба. По нашим сведениям, Йенсен где-то здесь. Ведьминский рынок. Тут местные покупают амулеты и приворотные зелья. А еще наводят порчу на врагов. Что за... Серьезно? Смотреть ты не провесишь. Он сейчас испугается и опять убежит. Что такому типу, как Йенсен, может понадобиться в этом месте? Темные делишки. Будь уверен. Руки. Покажи руки, быстро. Проклятые фашисты, не имейте права, я американский гражданин. Не с места, руки на затылок. Не заставляй меня повторять. Да ну, или что? Пытаешься в кадр попасть? Угу. Вижу Йенсена. Берем живых. О, чё он? Чё он делает? Чё это было? Я хотел эмоцию сделать. Так они все равно приезжают, надо быть наготове. А они приезжают, надо их убить и потом поймать его заново. Снова. А, я думал, это какой-то баг, блин. Нет, это не баг, это так и должно быть. Он у тебя вырвался, типа... Что ли, ты его не допросила? Да-да-да. Мы просили повстанцев прислать транспорт. Надо будет сразу кидать гранаты. Народ, так, кстати, вот подствольный гранатомет есть, его бы хорошо бы с ним побегать. То есть тачка приезжает, и мы его сразу с подствольником. Все хорошо? А что не так? Ничего, нормально все. Ты переднее колесо проколола. Ну, для симметрии оба, поэтому ты не заметил. Да вообще-то едет нормально, как обычно. Хотя нет, я слышу эти звуки пердежа. Ты не видишь, что передние колеса утопают в асфальт? Нет, вижу, конечно. Вот как мы сейчас поедем? Мы не поедем. Смотри, смотри, что мы сделаем. Я занимаю место стрелка, ты допрашиваешь, я убиваю. Да нет, допрашиваю, я хотел сделать катер. Ну ладно, потом как-нибудь. Я хотел эмоции сделать. Отойдите, я ученый! Руки, покажи руки, быстро. Проклятые фашисты, не имейте права, я американский гражданин! Не с места, руки на затылок, не заставляй меня повторять. Да ну, или что? Они уже едут? Они уже погибли. Держу его. Прикрывай. Еще раз попробуешь и получишь по пуле в каждую ногу. Давай, едут новые. Погнали, леса! 3,2-3 километра. Мы справимся. Похоже на жилище Денгоса. Поищем-ка вход. Все, лучшее... Лучший стрелок и лучший водитель деле. Хватит, Йенсен. Мы все знаем насчет тебя и картофеля. Он с нами? Вот, да-да. Ты же ученый, верно? Ты какого черта тебе делать на ведьминском рынке? Для производства кокаина нужны не только растворители и реактивы. Мне, по крайней мере. У ведьмы я беру порошки, которые ускоряют процесс и улучшают результат.
Да, ну колись. Обломись! Секрет фирмы! Хочешь узнать мой секретный рецепт? Плати! А чё, нету никакого атаки? Они вообще-то... не на нас едут. А ты так любишь нарываться. Просто я еду, скучаю. Да. А стой! Это Ламборгини, да? А, нет. Что там? Лама! Ты снова хочешь сделать галерею с ламой? Нет, просто посмотреть на нее. Привет. Она здесь самая такая реалистичная, да? Она плюется? Здорово. Она плюется в тебя? Нет, у меня все хорошо, она просто идет. Эй! Она прям рядом с тобой? Ой. Да. Нет, то она у меня подальше от тебя стоит. Она все. В смысле все? Она жует. Привет, привет, лама. Ну все, погладили её, потискали. Вертолёт. Давай садись уже. Отвлеклись немножко. А если вертолёт упадёт на ламу? То больше не будет вам. Господи, вертушки так и падают. Прям в кадр попало. Так кто такие дороги делает? Это тот самый серпантин. Это все потому, что у нас колеса передние дырявые из-за кого-то. Да у нас же тоже такие дороги есть. А ты у нас не ездил? Или ездил? Верхняя дорога-то. Ездил же, да? Или нет? Мимо кладбища. Да не помню. Нет? Но я не помню, чтобы они были кривые. Все ровные дороги. Ну, значит, нет. Значит, не есть. Отойдите, я ученый. Там вот такая же дорога. То есть на гору забираемся? Право у вас нет такого, понятно? Здесь не ваша юрисдикция, а я гражданин США. И работаю на законных основаниях. Вы официально производите незаконные препараты. Запрещенное вещество, которое обеспечивает доход насильникам и убийцам. Не моя проблема. Я никого не заставляю принимать наркотики под дулом пистолета. Люди сами делают выбор. В этом суть понятия свободы личности. Логично. Заберите урода и убейте. Что? Что за черт? Наша юрисдикция на Боливию не распространяется. Поэтому мой человек вышибет к херам вам мозги в порядке осуществления личных свобод. Подождите! Тебе есть что сказать? Слушайте, может быть, мы как-нибудь договоримся? Конечно. Вы скажете все, что мне нужно, а я не пущу пулю вам в голову. Черт! Ладно. Ладно. Я отвечу на ваши вопросы. Вот и славно. Это Боуман. Отлично поработали в Либертад. Без Йенсена подготовка химиков остановилась, а прекращение поставок прекурсоров обрушило производство. Картель каждый день будет терять миллионы, а им это как серпом по яйцам. Вас поняла. Спасибо на добром слове. Перемещаемся в следующую зону. Ну вот и супер. Мы с Лисой прошли задание, и у нас есть видео. Смотрим. Писатель Бальзак однажды сказал: «Завести семью – значит стать заложником судьбы». Я сказал деду, что у нас много общего. Мы оба слишком стары, чтобы начинать с нуля. Я стар для новой организации, а ты для новой семьи. Вот, вот, вот,